Ресторан итальянской кухни Боттега Лауи в Лос-Анджелесе приготовил специальный десерт для казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает корреспондент Вести.кз. При этом не сообщается, отведал ли его казахстанский панчер. Однако его промоутер Том Леффлер был приятно удивлен. Спасибо Боттега Лауи за прекрасный десерт для чемпиона мира Трипл G, написал в своем твиттере Леффлер. Напомним, свой следующий бой Геннадий Головкин проведет против Сауля Канело Альвареса 16 сентября в США. Поединок состоится в лимите среднего веса, 160 фунтов. Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону в этой встрече.